Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Яна, и сегодняшнее мое видео будет косметическое видео. Я хочу с вами поделиться, я бы сказала, своей находкой такой для себя, потому что действительно для меня эта находка, это косметика Sachet, фирмы Sachet. Это уходовая косметика. Здесь весьма разнообразный ассортимент. Здесь есть средства и для лица, и для тела, и гели для гигиены, и для душа, скрабы и лосьоны для тела, также шампуни, бальзамы и маски для волос. И, конечно же, экспресс-уход, это то есть салфетки влажные, салфетки для снятия макияжа, для снятия лака. И все это вот в таких вот милых маленьких коробочках, вы не поверите. А внутри этих коробочек вот такие вот маленькие саше. Это просто что-то невероятно удобное, невероятно новое для меня. Мне кажется, еще вот я постоянно куда-то еду, где-то в отпуск, где-то командировка, где-то к родителям. У меня родители живут в соседнем городе, я живу в Челябинске, как вы знаете. Родители у меня живут в Миассе, это 100 километров, не так и много, но мы часто туда как бы отправляемся в гости, я бы так сказала, и свои банки, а банок всяких с косметикой у меня очень много, потому что я это все очень люблю, мне с собой возить не очень удобно. Ну, у меня, конечно, у родителей есть это все, но я люблю свое, и вот это просто находка для меня, вот такие вот, ой, извините, что я тебя задела, вот такие вот маленькие пакетики, которые просто невероятно удобные, удобный формат. Это действительно косметика для путешествий, взять куда-то в бассейн с собой, в фитнес-зал там после принятия душа, куда-то на базу отдыха, в поезд, да куда угодно можно взять. Сейчас, тем более лето, сейчас такая пора, когда мы все куда-то едем. Ну, не все, конечно, но многие. Отпуск, я также еще раз повторюсь, всякие поездки за город и так далее. И вот этот формат просто шикарный. У косметики у этой состав только натуральные. Здесь у нас идут продукты, экстракты растений, фруктов, масла и пептиды. Просто великолепно. Пришла мне посылочка вот в такой вот коробочке. Все было аккуратненько упаковано. Вот, ничего не помялось, не сломалось. Также был вот такой вот пакетик. Вы можете сделать кому-то подарок, подарить, потому что сразу видите, и такой подарочный пакетик идет. Ой, я вообще такая счастливая, я уже все понемножку попробовала. Я заказала 5 средств, сейчас обязательно с вами поделюсь, что же это такое. И первое, что я хочу показать, это был вот такой вот у меня скраб для лица. Я уже один пакетик использовала, здесь у нас идет 5 штучек. Дата изготовления июль 2017 года, срок годности 2 года. Но так как здесь 5 маленьких пакетиков, конечно же, я все успею это использовать. Обалденное, во-первых, приятное оформление. Вы посмотрите, это просто... Я когда увидела у девочек обзоры, я сначала вообще не поняла, что к чему, а потом, когда посмотрела, и я решила, что мне тоже надо. Здесь вот можно посмотреть состав. Скраб для лица, мягкий, но активный скраб для лица. Sachet эффективно удаляет ороговевшие клетки кожи с помощью диатомовых водорослей. Этот натуральный абразив не травмирует кожу, а деликатно отшелушивает лишнее, оставляя лишь ощущение гладкости и бархатистности. Масло ши завершает процедуру интенсивного ухода, усиливает чувство комфорта. Ну, как обычно, я когда быстро читаю, у меня вот так вот. Ухода усиливает чувство комфорта от применения. Использовать 1-2 раза в неделю. Ну, в общем, все как обычно. Еще раз я повторюсь, что здесь у нас было 5 пакетиков. Один я уже использовала. Сейчас открою. Все запаковано, запечатано. Классно. Сейчас вот отклею. Вот здесь вот было приклеено немножко. И знаете еще, что классно? Здесь в каждой коробочке есть вот такой вот брошюрочка. Вот такая вот брошюрочка. Можно почитать, ознакомиться, что к чему, какие здесь есть коллекции. То есть... Коллекция для лица и волос, комплексный уход за кожей лица. Что здесь у нас еще? Ну, в общем, почитать, если я сейчас начну развозить, это надолго все будет. Вот действительно, кинул такой пакетик, да, в сумочку куда-то и поехал в гости. Вот так выглядит скраб для лица. В одной упаковочке 5 мл. Скраба хватает, конечно же, на одно применение с лихвой, я бы так сказала.
что еще я могу сказать про скраб? Я использовала, конечно, только один раз. Ну, нужно все 5 пакетиков. Но у меня же выходят пустые баночки. Вы знаете, я обязательно я там свое окончательное мнение оставлю. Вот, я сейчас достану пакетик. Понюхать. Ароматы у всех средств просто великолепные. Вот я не знаю, я не могу нанюхаться. Пахнет просто потрясающе. Я немножечко здесь вот оставила, чтобы вам показать, как выглядит скраб. Конечно, будет не очень, может быть, видно. Он такой белый, и там были маленькие-маленькие-маленькие такие вот частички, которые абсолютно мне не травмировали кожу. И действительно, кожа потом гладкая, бархатистая. Я осталась довольна этим скрабом. Буду продолжать тестировать в пустых баночках. Обязательно вам расскажу потом. И следующую коробочку, которую я хочу вам показать, это вот такой вот крем-гель для душа. Гели для душа я очень люблю. Здесь у нас тоже идет 5 маленьких саше вот этих пакетиков. Тоже дата изготовления июль 2017 года, срок годности 2 года. Это питательный крем-гель для душа с маслом карите, специально создан для тех, чья кожа нуждается в особенно мягком уходе и дополнительном увлажнении. Крем-гель не только бережно очистит кожу, но и обеспечит ей необходимое питание. Экстракт инжира, богатый витаминами А и С, успокаивает и смягчает кожу, устраняет шелушение. Экстракт кувшинки оказывает антиоксидантное и успокаивающее действие. Классно! Мне понравился гель для душа. Вот у меня осталось 4 пакетика. Единственное, что я могу сказать, что мне было мало одного пакетика на одно применение. Я очень много всегда на мочалку выливаю геля для душа, поэтому мне нужно 2 геля для душа, как минимум, чтобы нормально помыться. Вот, но в целом куда-то в поезд взять с собой или в недолгую командировку довольно удобно. Пахнет просто потрясающе. Я вот не могу передать эти ароматы. Консистенция была... Я вот по чуть-чуть оставляла, чтобы вы могли немножко увидеть. Тоже он такой вот белого цвета. Немножко с розова, когда вот сейчас не видно просто. Пахнет вот обалденно. Даже не могу передать аромат этот, но очень приятный. Кожа гладкая, бархатистая. Единственное, говорю, мне одного пакетика было мало, но я специально тестировала так, чтобы посмотреть, каково это с одним пакетиком. Вот могу сразу сказать, для меня одного пакетика мало. Не знаю, как будет для вас, но для меня было мало. Следующее, что я хочу показать, что я использовала сразу же после принятия душа, это был лосьон для тела. Коробочки все оформлены оригинально, они все разные. Вот сколько там видов этих коробочек, проходите на сайт, смотрите. Я, кстати, ссылочку обязательно оставлю внизу под видео в описании, чтобы вы могли посмотреть, может быть, даже на товары ссылки оставлю. И вот все коробочки, они все разные, все оформлены, вот эти вот рисунки, все по-разному. Просто даже приятно смотреть и держать в руках. Здесь у меня тоже 5 штучек саше, июль 2017 года, дата изготовления, и 2 года срок годности. Это у нас идет легкий лосьон для тела, моментально впитывается в кожу, увлажняя и питая ее. Активный увлажняющий комплекс насыщает кожу влагой, защищает от дальнейшей ее потери. Натуральные экстракты кувшинки и инжира восстанавливают кожу, предотвращают шелушение. Натуральные масла усиливают эффект увлажнения, стимулируя регенерацию и обмен веществ в клетках кожи. Классный лосьон, он действительно очень быстро впитался, это вот без всяких этих. Мне хватило, я в основном лосьоном пользуюсь, мажу только ноги, я потому что вот вообще не очень люблю всякие там кремы для тела. Я уже много раз про это говорила. Ну, как бы под влиянием Ютуба начала это все использовать. И вот этот лосьон для тела мне хватило на 2 ноги, вот с лихвой. Впитывается действительно очень быстро. Кожа потом приятная, такая мягкая, пахнет очень вкусно. Я даже со своим сейчас, я немножко как бы простывшая, у меня обоняние немножко нарушено. Я чувствую вот эти все потрясающие ароматы. Вот такой вот он был беленький тоже. Не скажу, что очень густой, такой средней густоты, не слишком густой, но впитывался очень быстро. Кожа потом мягкая, гладкая, очень мне понравился. Ну, опять же, я говорю, в пустых баночках я оставлю свой окончательный вердикт, когда добью эти все сашетки и вам расскажу. Далее, что я использовала, это был вот такой вот скраб для тела. Показываю коробочку, вот так вот она выглядит. Здесь у нас тоже 5 штук, июль 2017 года, дата изготовления, срок годности также 2 года. Сбалансированный скраб для тела на основе микронизированной скорлупы миндального ореха.
нежно отшелушивает ороговевшие частицы, придавая коже гладкость и мягкость. Активный увлажняющий комплекс восстанавливает водный баланс и придает дополнительный тонус, принося удовольствие от применения. Подарите себе непревзойденный эффект обновления кожи. Все здесь то же самое. Вот 4 пакетика у меня осталось. Инструкция есть. Ну, там описание товаров. Ой, я же очень сильно люблю скрабы для тела. Это вот, вот это моя любовь. Кремы для тела я не очень, лосьоны всякие. А вот скрабы обожаю. И вот из этих всех 5 продуктов, которые я попробовала, у скраба самый потрясный аромат. Я вам говорю честно. Посмотрите, здесь вот он сам такой вот прозрачный, гелеобразный. И внутри вот такие вот вкрапления, какие-то красные, немножко желто-коричневые. Пахнет? Я вот не могу вспомнить какой-то до боли знакомый аромат. Вот я так выражаюсь. И не могу понять, что это. Напоминает мохито, вот еще раз повторюсь. Не знаю почему. Что я могу сказать? Скраб действительно очень хорошо мне отскрабировал. Я скрабирую в основном ляшечки. Мне хватило одной упаковочки вполне. Но для более, мне кажется, такого тщательного нужно один пакетик на одну ляжку, другой пакетик на другую ляжку. Но это опять же зависит от того, какие у вас по размеру ляжки. На мои ляжки, мне кажется, на 2 пакетика. Довольно как слон, выражаясь своим любимым выражением. И еще один продукт, который я заказывала, это был вот такой вот крем для рук. Крем для рук я тоже люблю, да я в общем-то все люблю, вы же знаете. Тоже потрясающее оформление, цвет такой, морская тематика, очень мне нравится. Все, что связано с морем, и вот эта почему-то коробочка у меня ассоциируется именно с морской какой-то тематикой. Здесь у нас 6 штук идет, тоже дата изготовления июль 2017 года. 2 года с даты изготовления, срок годности. Крем для рук увлажняющий. Насыщен ценными натуральными маслами, активными компонентами. Натуральное масло карите заботливо увлажняет и восстанавливает кожу рук. Масло макадамии снимает воспаление и раздражение. Активный увлажняющий комплекс обеспечит максимальную степень комфорта. Д-пантенол окажет заживляющее действие и защитит кожу от неблагоприятного воздействия окружающей среды. Я этот крем вот сейчас использовала на руки. Я обычно всегда перед съемкой кремом руки мажу, потому что я уже много раз рассказывала, что у меня проблемная кожа на руках. В общем, сохнет, пересыхает, хотя сейчас лето. В общем, неважно. Использовала я его сейчас вот прямо вот перед самым началом съемки. Крем, ну, такой, знаете, не густой, как бывают кремы для рук. Он довольно такой, мне кажется, немножко жидковатый. Но он очень быстро впитывается, пахнет приятно. И единственное, вот здесь у нас 3 мл идет, и я, видимо, такая, знаете, от жадности всю упаковочку-то себе на руки и выдавила. Но этот крем можно растянуть на 2, а то и на 3 применения, потому что вот это вот одной упаковочки мне было много, я могу сразу сказать, потому что я долго размазывала и впитывала. Крем неплохой, впитывается, я еще раз повторяюсь, хорошо, ручки увлажняет. Все прекрасно, все великолепно. Я вообще в целом очень осталась довольна этой косметикой. Мне все понравилось. Буду продолжать тестировать в пустых банках. Обязательно потом расскажу, покажу. Также было очень приятно, что мне положили в подарочек еще вот такую вот бумажечку. Только твоя косметика всегда с тобой. И здесь идет у нас салфетка влажная антиперспирант. Я ее еще не использовала, потому что мы вот скоро поедем опять к моим родителям. Я хочу взять с собой. Абсолютное новшество, удобное и компактное средство, доступно для применения в любой обстановке, чтобы вы всегда могли чувствовать себя уверенно, комфортно и защищенно. Эффективно устраняет запах пота и предотвращает его появление. Мне кажется, это просто великолепно. Чтобы не тащить с собой вот эту банку с дезодорантом там или бутылочку, взять вот парочку таких салфеточек и просто воспользоваться. Или где-то там в поезде, мне кажется, это незаменимая вещь на самом деле. Большой ассортимент, проходите, смотрите, я вам показала только то, что я выбрала для себя. Там очень много разного, разнообразного. Также много разных вот таких вот экспресс-салфеточек. Даже есть салфетки, которые снимают лак с ногтей. То есть очень-очень много всего. Вот, я очень осталась довольна, вот правда, без всяких там яких, во-первых, начиная от оформления вот этих всех коробочек, потому что я люблю все красивое, качество, ну и цены, в принципе, доступны. И это очень удобно, на самом деле удобно. Даже можно же вот из этой коробочки все вытащить и вот эти пакетики бросить куда-то. Это очень минимализирует
минимализирует, что я вот заговариваюсь. Это очень удобно. Вот собираете вы чемодан, представляете, да, берем с собой гель для душ, там еще что-то. В командировку сколько эти банки места занимают. А тут раз, вот эти сашеточки положил, и все великолепно. Также, что я еще хотела сказать. У фирмы Сашет появилось такое нововведение, новшество, такое приятное новшество, что теперь продукция Сашет продается в Сапсане, в красивых упаковках. Я фотографии вот сейчас здесь постараюсь вставить, и вы посмотрите, как это выглядит. Ну а я на этом буду заканчивать свое видео. Кому понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик под видео, чтобы всегда быть в курсе, когда у меня выходят новые видео. Ну а я в свою очередь, конечно же, буду готовить для вас новые видео, новые обзоры, новые болталки, новые покупочки. Всем пока-пока и до новых встреч. Пока!